мы не сразу к этому пришли, а покупали все сначала на Западе. То есть Голландии, там, Германии, mm-hmm. Потом поняли, что что-то не то. Когда мы едем к ним в гости, то нам не показывают, где делают. Не видно еще. Ну, да. Стоят готовые продукции, почему-то она вся одинаково упакована. И когда мы на выставке тоже бываем у них в Германии, мы видим, почему-то все торгуют одним и тем, чтобы у всех покрасно все свой цвет, но все одинаково стоит. И, естественно, наши мастера тоже подтверждают, потому что они когда при вскрытии, так сказать, видят, что одно и то же. Называется по-разному, но одно и то же. Ну, наконец, мы решили с Александром Ефимовичем съездить сами и посмотреть воочию, с кем же мы торгуем. И когда мы приехали, вернее, нам наметили командировку в Китай, мы хотели посетить, естественно, тех людей, с которыми мы работали как. И мы вот решили посмотреть. И попросили, значит, не просто нас встретить там в Шанхае, а отвезти на завод и показать, где же делаются наши тележки. То есть мы имеем право, где делаются наши табелеры, где делаются наши продукты, что мы покупаем. И у тех, и у других. А еще параллельно, так сказать, проходила выставка, так сказать, которая проходит каждый год в Китае. Это вот Азия-Симан, да. И еще Ноблифт, вот этот крупный завод, второй, с которым работал, организовывал встречу всех дилеров мировых, с кем он работает, в том числе и нас пригласил. То, что мы были очень тоже завод. Потому что завод, по большому счету, к нему очень, но не так просто и выйти на завод. Потому что, как всегда, при нем, и так, как и при наших заводах, да, их сотрудники организуют такие, так сказать, дочерние предприятия, которые облепляют как паразиты их со всех сторон. Правильно? И потом, так сказать, каждый по копеечке, да, и, так сказать, ищет, вот, так сказать, менеджер по продажам организует каждый буквально свою фирму.